Этот дрон без труда преодолевает ступеньки. Весь секрет в измененной геометрии. С помощью дополнительных гусениц робот движется как на плоскости, так и встретив препятствие. Главная задача дрона – обезвреживание взрывчатки. Схема создания робота-сапера не нова. Однако анапский школьник добавил своему устройству несколько полезных преимуществ. Как посчитали члены жюри краевой выставки, у Владимира это получилось. Этот робот-сапер намного легче и подвижнее своих прототипов. А с помощью механической клешни дрон может самостоятельно взять предмет. Можем представить ситуацию, то что, допустим, при рытье котлована рабочие нашли что-то напоминающее ручную гранату. Приехали на вызов сапера с данным роботом. Оператор с помощью робота подъехал, взял манипулятором гранату и положил либо взрывопрочный ковчег, либо сразу же увез на полигон, чтобы в дальнейшем саперы могли либо устроить управляемый взрыв, либо как-то обезвредить ее. На данном этапе манипулятор может удерживать груз весом в 300 грамм. Управляет дроном дистанционно, с помощью специального пульта. Такие устройства заказывают для большинства радиоуправляемых изобретений. Нужно лишь настроить механизм, а вот самого робота собирают буквально с нуля. Все детали изготавливаются на 3D-принтере. Сначала схема проектируется на компьютере, затем форму отливают из жидкого пластика. На сборку робота-сапера ушло порядка 3 месяцев. Как говорит школьник, свое изобретение он продолжит модернизировать. Улучшит манипулятор для поднятия более тяжелых предметов и снабдит дрон камерой. У нас не стоит задачи подготовить инженеров для Сколково или каких-то других научных институтов. Мы должны в игровой форме ребенка направить его мысли, чтобы он мыслил как инженер, потому что система мышления инженера в корне отличается от системы мышления обычного человека. Заслуженное серебро в Анапу привезли изобретатели младшей группы. Их ферма «Бот» создана для вспахивания, полива и засеивания земли. Они собирают своих первых роботов с помощью специального конструктора. Сейчас юные техники готовятся к финалу Кубка РТК, который пройдет в Санкт-Петербурге. С помощью дронов они будут ликвидировать завалы камней и противостоять стихийным бедствиям, испытывая роботов в непростых условиях. Анапчане уже вошли в десятку лучших на состязаниях в Москве. На финал поедут 3 сильнейших изобретателей. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.